«Забирай меня скорей, увози за 100 морей». Этим строчкам, как и героине песни, исполнилось 18. Солисты «Руки вверх», сделавшие карьеру на незамысловатых текстах и аккордах, когда-то начинали в Тольятти, оттуда сами родом. То, что в Самаре празднуют совершеннолетие их группы, Жуков и Потехин не знали. Фанаты подготовили им сюрприз – мини-концерт под открытым небом. Да, танцевали. Мы вообще росла в деревне постоянно. Там танцы были, дискотеки под их песни. Дружно, весело, молодежно, азартно, как всегда бывает. Сергей Жуков всегда был таким самым главным нашим конкурентом, конкурентом всех парней, вообще всей Руси, потому что как-то всегда собирал всех самых красивых, всех самых таких активных девушек в свои ряды, свои поклонники, в свой такой огромный всероссийский и мировой гарем. Кульминацией флешмоба должна была стать живая надпись с названием группы, но на поверку в Самаре у нее оказалось не так много поклонников, готовых участвовать в этом празднике жизни. Поэтому надпись целиком не получилась. Фанаты все же вышли из положения и вставали на буквы по очереди. Видео с тем, что получилось, вдохновители акции обещают показать своим кумирам. Отправим Сергею Жукову, чтобы ему было очень приятно, потому что мы очень любим его песни, всегда будем любить, продвигать, петь на праздниках. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.